Несколько часов назад СМИ сообщили, что ушел из жизни известный английский музыкант, сооснователь и участник культовой группы Depeche Mode Энди Флетчер. Его не стало 26 мая. Музыканту было всего 60 лет. Трагическую новость сообщили на официальной странице коллектива в соцсети. «Мы в шоке и чрезвычайно расстроены преждевременной смертью нашего дорогого друга, семьянина и участника нашей группы. У Флетчера было настоящее золотое сердце, и он всегда был рядом, когда нужна была поддержка, живой разговор, хороший смех или холодная пинта пива. Наши сердца с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их приватную жизнь в это тяжелое время», говорится в сообщении Depeche Mode. Причину смерти музыканта пока не называют. Флетчер считался интегральной частью современного Depeche Mode, играя определенные аккорды на синтезаторах во время живых выступлений.